Россия должна прекратить поддерживать режим президента Сирии Башара Асада. Таково, как сообщает ТАСС, желание президента США Дональда Трампа. 15 февраля, как сообщал Рамблер, Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вчера было распространено заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Джада Дира по данному поводу. В нем тот сообщил, что в ходе разговора с турецким коллегой, американский лидер, среди прочего, выразил желание, чтобы Россия перестала поддерживать преступления режима Башара Асада. Также Дональд Трамп желает, чтобы Москва выступила за политическое разрешение конфликта в Арабской Республике. Кроме того, он выразил озабоченность в связи с насилием в Идлибе и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия по предотвращению там гуманитарной катастрофы. В начале февраля Министерство иностранных дел России сообщило об активизации террористами агрессивных вылазок и нападений на позиции правительственных войск Сирии в Идлибе и, как следствие, росте напряженности и всплеске там насилия. Тогда же в МИДе сообщили о гибели российских военных специалистов в результате действий боевиков. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Jungle.